при последнем посещении сайта Аниматрон я вышел из своего аккаунта и теперь пробую войти в Аниматрон снова. Я вошел без аккаунта, и мне предлагают апгрейдиться. Я могу зарегистрироваться просто со своим Google аккаунтом, поскольку вы смотрите это видео, значит, у вас есть Google аккаунт. И ничего не надо будет сюда дополнительно вводить. Это удобно тем, можно не регистрироваться вообще, но зарегистрироваться удобно тем, что вы, потом все ваши рисунки будут собраны в одном месте. Получится ваш альбом, который вы сможете просматривать, редактировать.